Двойной праздник. Молодая пара из Кустаная зарегистрировала брак в преддверии Дня Республики. Поздравить с особенной датой семью Рыбченюк приехали представители Совета матерей при Ассамблее народа Казахстана. Молодоженам вручили памятные подарки. О любви без границ расскажет моя коллега Айдана Папанина. Готовы быть вместе в радости и в горе. Праздники и будни. Вы невеста? Да. Вы жених? Да. Для Макара и Аружан сегодня очень ответственный, но в то же время радостный день. Молодая пара решила узаконить свои отношения. Свадьбу ребята отметили с размахом еще летом, а вот расписаться решили в преддверии особого праздника – Дня Республики. Интернациональный союз пришли поддержать представители Совета матерей при Ассамблее народа Казахстана. Айджан Кшкентаева подарила символичные подарки – шанрак и белый платок. Валюта, пусть ваш шанрак всегда будет светлым. Держите этот шанрак высоко над своей головой. И только благодаря вашей искренней любви в вашем доме всегда будет свет и тепло. Несколько лет назад они познакомились, когда работали в зеленом отряде «Жасыл-Ель». С тех пор влюбленные не расставались. В этом году пара сыграла свадьбу. Все традиции двух культур были соблюдены. Родители говорят, молодожены рады, и главное, они благословили их союз. Ведь у любви нет национальности, возраста и каких-либо границ. У нас свадьба и... Ну да, полностью свадьба у нас была по казахским обычаям. Мы очень рады, что живем в такой свободной стране. И, в общем, мы очень счастливы. Большинство людей играют свадьбу летом, отмечают специалисты РАГСа. В этот период в брак вступают в месяц около 300 молодоженов. Есть и зрелые союзы. К примеру, совсем недавно узаконила отношения пара, будучи в солидном возрасте. Теперь уже супругам за 70 лет. В октябре месяце будет у нас праздник День Республики Казахстан. И в этот праздник мы, конечно, в праздничный день браки не регистрируем, но накануне и после праздников достаточно немало регистрации заключения брака. После праздника у нас около 20 регистраций. Молодые супруги уверены, что этот день обязательно принесет их союзу удачу. Вместе со всей страной они будут отмечать национальный праздник, а дома – день рождения своей семьи. Айдана Папанина, Олег Сытник, телеканал Костанай.